Новый год как-никак. Шприцы одевать не будем. Эти паскуды пока притихли. Но на моем канале опрос идет о том, кто такая. Не помню, как ее, но зайдите в сообщество, и там опрос анонимный. Лучше кликните, кто она вам. Точнее, кем вы ее считаете. О, вот так по-новогоднему. Я прям как Иисус Христос в терновом венце. Только не в терновом, а в новогоднем. В новогоднем венце. Ну ладно. Так, как я красиво выгляжу. Замечательно. Ну что ж. Почему я решил вылезти к вам? Ну, во-первых, Новый год. С Новым годом, с 2023. Вас, дорогие и достойнейшие жители города, не города, а достойнейшие жители России, а также всех остальных населенных пунктов земного шара. Ну и также меня 1 января ужасно огорчила Татьяна Монтян. Или Мандиан. Ну, точно не помню, как ее фамилия. Точнее, не сама она. То, что она делает. И чем занимается, меня не огорчает, а радует. Меня очень обидела и огорчил ее телеграм-канал. Я еще перед Новым годом. Там кое-что. Ну, а в описании написано реклама. Но я кликнул и начал переписку. Сколько чего стоит? Ну так, чисто из любопытства. Ну дальше вы найдете, прочитаете в следующей части, в которой я решил звуковое сопровождение поставить из крематории «Смерти больше нет». Альбом «Ботаника», если не ошибаюсь. Это моя любимая песня. Наслаждайтесь музыкой. Кто просто крематорий любит, можете на экран не смотреть, а музыку слушать. А кто заинтересовался тем, что творится в телеграм-канале Татьяны Монтян или Мандиан, те почитайте и... Ну, там в основном читать придется вам. И под видео... Там есть ссылочки, я выложу то, о чем речь идет, чтобы не пальчиком не набирать, а ссылочку кликнул и посмотрел, что о чем. Вот тем, кому интересно будет, ссылочки посмотрите. Что-то из Ютуба, что-то. А последнее вчера. Нет, не вчера. 1 числа я клип. 1 января 2023 года. Новый клип у меня вышел. Тоже крематория «Зомби» называется. Песня группы. Я поздравил с Новым годом всех и выложил его у нее в канале, в комментариях. Так меня за это клип удалили, ладно, меня еще и забанили. Вот это меня огорчило. К чему бы это? Ну ладно, не будем тут вдаваться в лирику. С Новым годом вас, дорогие зрители. Ой, уже почти все выпил, все бутылку. Но придется еще набирать. Но это не та водка, от которой бутылка. Это водка моего личного производства. Я, чтобы меня Российская Федерация, точнее производители алкогольных напитков, не отравили, я предпочитаю пить исключительно свою.
С новым 2023 годом, с крематорием. Смерти больше нет. Пока-пока. Наслаждайтесь музыкой. Одетый в клоунский фраг, давно забывший о том, что такое смерть.
больше нет, смерти больше нет.